на лесопилке только мы с мамой. Отца нет. Мы не знаем, что с ним случилось. Если встретишь где-нибудь моего никчемного мужа Лейфнера, скажи ему, что я его видеть больше не хочу. Да. Он сказал, что пойдет на восток, к границе Моровинда, продавать зерно каким-то людям в лощине «Сломанный шлем». Я его ждала, ждала, но он так и не вернулся. Подцепил, небось, какую-нибудь эльфийскую девку. Ну и с катертью дорожка, вот что. Если б я знала, куда он делся, я б ему все высказала. Хорошо. Если его увидишь, передай, что Гроста сказала, пусть он хоть в Обливион катится, чтоб я его здесь не видела. Не забудь сказать этому мерзавцу, что я больше не желаю видеть его гнусную морду. Тут на лесопилке только мы с мамой. Отца нет. Мы не знаем, что с ним случилось. Ищешь работенку? Хватай топор и наруби мне побольше дров. Ну, не удалось ли тебе найти моего паршивца мужа? Нет, быть не может. Боги мои. А я-то думала всю дорогу, что он мне изменяет. Вот же дура. Вот дура. Я тут столько сидела, а могла бы помощь послать. Возможно, я во всем виновата. Ну, чего уж тут теперь. Вот, возьми в награду, пожалуйста. Хоть знаю теперь, что случилось. Заходи на огонек, если будешь в наших краях.